Какими качествами должен обладать человек, который хочет добиться успеха в бодибилдинге? Основное стержневое качество, которое нужно в ББ, это дисциплина. Спокойно. Употребляешь ли ты анаболические всякие препараты? Так, ребят, хочу вам рассказать про историю, как я встретил Арнольда. Буквально сегодня утром это произошло. Вот в 10 метрах отсюда я с ним сделал то самое селфи, которое стало самым популярным постом в моем инстаграме. В общем, за день до этого вечером, опять же у себя в инсте, в сторис, я сказал своим подписчикам о том, что поговорил с ресепшонистами и узнал, когда здесь появляется Арнольд. И мне сказали, что обычно он тренируется в 5-6 и заканчивает в 7. И я своим подписчикам проговорил, в общем, чего я буду говорить, собственно, посмотрите эту сторис. Вечерний контрольный заезд в Голд. Ну, на самом деле, сейчас приезжал просто поговорить с ресепшенистом, получить у него инсайдерскую информацию, когда кто из известных имен приблизительно тренируется, когда, в какое время можно, кого, в какое время можно здесь поймать. По Хёрн говорят, что, оказывается, и не каждое утро здесь 4 утра. Я думал, что он прям как штык тут. Говорят, что 2-3 раза в месяц он здесь появляется в Голде. Вот. Арнольд в 6 утра обычно тренируется. Так что, скорее всего, начну теперь ходить по утрам сюда на кардио-сессион такой легкий. Параллельно пытаясь с кем-то пересечься, с Ахерном или с Арнольдом. С Арнольдом хотя бы для фотки. Понятно, что никаких видео он сниматься не будет. Но осуществить мечту и сфоткаться с Арнольдом, я думаю, оно того стоит. И буквально на следующий день, в самый первый день, когда я начал ходить, начал ловить Арнольда, я его встречаю. Я просто в шоке был. Я небольшой везунчик на самом деле по жизни, но здесь прям вообще фартануло капец. Я прихожу, и Арнольд здесь. Вокруг него, естественно, антураж, то есть несколько человек, пару охранников и его друг, один из актеров. К сожалению, я так и не вспомнил, как его зовут. Он, по-моему, играл Геркулеса в древнем-древнем сериале, там где-то годов 70-х. То есть возрастная категория приблизительно та же. Такой высоченный чувак. Может, вы знаете, может, вы вспомните. Я, к сожалению, не вспомнил. В общем, я подошел сразу к одному из их из охранников Арнольда и спросил, как можно сделать фотографию с Арнольдом. Он сказал, оставайся до конца его тренировки, и тогда, возможно, у тебя будет возможность. В общем, так, очень непросто. И я пошел, сел на велик, на кардио, там наверху на балконе есть велосипед, есть велотренажер, сидя на котором прямо обозревается весь зал. То есть я не хотел, не дай бог, упустить эту возможность. Я сидел, крутил педали и отслеживал, где Арнольд, как он перемещается, чтобы, не дай бог, не упустить его. И через какое-то время Арнольд закончил, начал передвигаться к ресепшену. Я тут же соскочил с велика и все, стою, жду. Пока он болтал с девчонками с ресепшена, кстати, вот на какие-то такие вот человеческие диалоги, несмотря на всю его занятость, там все как бы у него расписано, вы понимаете, да? Тем не менее, он находит время на такие вот простой чит-чат, как говорят американцы, на болтовню. И вот он поболтал минут 5 с девчонками, и я тут же сразу подлетаю, пытаюсь всучить телефон его другу вот этому, чтобы он нас фотографировал. Арнольд такой, нет, давай селфи, не надо как бы такую фотографию. Я начинаю как бы фотографировать, он говорит, нет, встань там справа, слева от меня, этот профиль у меня рабочий, и вот так вот давай развернемся, чтобы свет лучше падал. В общем, он уже знает, где на него лучше падает свет, с какой стороны у него лучше получаются углы, вот, и как бы фотография произошла довольно быстро, несколько там я нащелкал, несмотря на то, что общение было таким вот очень
мимолетным, тем не менее, по улыбке, по вот этим нескольким словам, было очень теплое и приятное ощущение. То есть Арнольд действительно дружелюбный человек, я это почувствовал. И на прощание он мне сказал, что у тебя неплохая форма. You're in pretty good shape. Are you competing? Он меня спросил, то есть выступаю ли я. Я только начал, попытался ему там начать рассказывать, что да, Men's Physique, вот только начинаю. Он меня немножко как бы так прервал и сказал, типа, good luck тебе. И все, развернулся и побежал. К сожалению, не было у меня возможности там задать какой-то ему вопрос. Друзья, а если бы у вас была возможность что-то спросить у Арни, что бы вы спросили или сказали бы ему при встрече? Напишите в комментариях. Лучший вопрос или предложение выиграть в нашем конкурсе. Мы разыгрываем худи из зала Gold's Gym, так что оригинальная худи. Никакой не китайский фейк, а настоящий, аутентичный из Gold's Gym. Вот, так что обязательно напишите ваши вопросы, мы выберем лучший и разыграем это на нашем инстаграме ID Mentor. Друзья, всем привет, это канал ID Mentor, и у нас сегодня в гостях создатель канала Спортфаза Алексей Мокшин. Здравствуйте, Алексей. Давай на ты сразу. Здравствуй, давай на ты. Значит, Леш, первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, о своем канале. Вообще, чем ты занимаешься и что у тебя на канале происходит? Ну, канал мой изначально основан был, наверное, года 3 назад. И специализировался он на переводе заокеанских звезд на русский язык. Я переводил видео, дублировал их на русский и перезаливал обратно на YouTube для аудитории, которая интересен мир бодибилдинга заокеанский, но они не понимают английский язык. Тогда у Ютуба еще не было таких жестких ограничений по авторским правам, и, скажем так, этот фокус прокатывал. Но впоследствии как бы Ютуб начал закручивать гайки, и теперь этого делать нельзя в принципе. Я имею в виду перезаливать чужие материалы. И когда пошла вот эта тенденция, тогда я принял решение, это произошло где-то год, может, полтора назад, что со временем мне нужно будет переходить как-то на авторский контент. Вот. И тогда началась новая веха, которая вот сейчас, на данный момент, привела меня в LA, в сердце бодибилдинга. Буквально несколько дней назад я сюда прилетел. И я надеюсь, что это станет прям мощным прорывом в развитии моего проекта, в развитии моего канала. Почему Америка и почему конкретно Лос-Анджелес? То есть расскажи так более подробно. LA, Venice Beach, Muscle Beach, на фоне которого мы сейчас сидим, это прям, это сердце, это ядро вообще всей фитнес-индустрии. Поэтому это вполне логическая как бы вершина развития фитнес-проекта в принципе. Что можно придумать, круче этого в принципе ничего быть уже не может. Поэтому сюда приехать, это было для меня просто вопросом времени, вопросом возможностей, финансовых в том числе, развития проекта. И сейчас как бы я дошел до такого уровня, который позволил мне наконец сюда приехать и перелистнуть эту страницу, эту давнюю мечту и погрузиться в сердце фитнеса здесь, в Лос-Анджелесе. Для меня это огромный кайф, и я в предвкушении каких-то грандиозных свершений, если честно. Насколько ты планируешь здесь вообще вот остаться на данный момент, вот твой приезд, на сколько он времени? Ну, билеты я взял, арендовал квартиру и машину на месяц сейчас. Но вообще, если честно, то билеты у меня обратные с открытой датой. То есть, если все будет хорошо, если прям выстрелит, то вполне возможно, что я останусь дольше. Вот, ну, в общем, время покажет. По какой визе приехал? А у меня на 10 лет туристическая виза. Это твой первый раз в Америке? Нет, я уже был в Штатах 3 года назад в Хьюстоне. Вот ты такой, можно сказать, сейчас на данный момент свежеприбывший все-таки как бы в Лос-Анджелес. Первые впечатления, вот такие вот, например, 3 каких-то вот твоих сразу же, например, отличия Америка, там, да, Лос-Анджелес и Украина, например, там, Россия. Ага. Хорошие и плохие? Первое впечатление, ну, самое главное, я поехал, конечно же, в самый легендарный зал Gold's Gym на Венес. И больше всего шокирует, это плотность звезд мирового масштаба, обыденность их присутствия. Когда ты заходишь в зал и
вот эти вот люди, известные на весь мир, блогеры, мистер Олимпия, то есть самый крутой бодибилдер всей планеты. Просто так вот в то же время с тобой может совершенно случайно просто зайти в дверь, поздороваться, как ни в чем не бывало, рядом с тобой тренироваться. То есть вот плотность звездностей на квадратный метр просто шкалит. На квадратный метр зала, да. На квадратный метр зала, да. И не только как бы фитнес-звезды, но и просто актеры какие-то. Вот я на днях видел, ну, в общем, актеры, много актеров. Голливудские актеры тоже там же тренируются. Это твое положительное впечатление. Это, безусловно, а первое, которое у тебя, такой, наверное, минус, который тебе бросился в глаза, он однозначно должен быть, наверное. Наверное. Да ты знаешь, ничего так даже в голову не приходит. А вот наличие такого количества большого, там, не знаю, бомжей или, я не знаю, чего-то такого, это не... Да нет, наверное, блин, они какие-то тоже такие харизматичные, все интересные, все с какими-то прикольными прибабахами. У нас бомж, как бы, это, ну, совсем, как бы, тоска тоскливая, как бы, это совсем нищета, мрак, вонь, грязь, серость и прочее. А здесь, вот на этом же Venice Beach, они все ярко одеты, все он, тот играет в баскетбол, тот там катается на доске, тот там курит коноплю. Я вообще, как бы, я сам не курю, но тем не менее, как бы, ну, своя лейвская какая-то атмосфера. Другие там играют на каких-то инструментах, не просто так попрошайничают, дай там, а какой-то перформанс там делают. Ну, то есть, даже бомжи, они все равно какие-то, ну, во всяком случае, на данный момент они мне приятны и интересны. Леш, расскажи поподробнее по зал. Сколько стоит абонемент? Может ли там заниматься обычный человек, да, не звезда какая-то? И вот, например, часы работы этого зала. Часы работы круглые сутки. Один из интересных фактов по поводу ночных тренировок. Есть несколько звезд, которые тренируются именно по ночам. Это Майкл Хёрн, он всегда тренируется в 4 утра, туда приходит. И Арнольд Шварценеггер, он тоже ранняя пташка, и он приходит туда, как мне уже сказали ребята на ресепшене, в 4-5 утра и тренируется где-то до часов 6. Либо им так удобнее, либо они так привыкли, либо они просто как бы стараются избегать, может быть, большого контакта людей, которые хотят с ними сфотографироваться, я не знаю. Короче, зал работает круглые сутки. Цены я узнавал, разовый абонемент $45. Один раз. Один день. Это получается абонемент на один день. То есть ты, вау, допустим, если хочешь, можешь прийти утром кардио сделать, а потом вечером прийти за эти же $45, еще силовую сделать. А на месяц, по-моему, $75. То есть разница уже небольшая. То есть они тебя так завлекают, чтобы ты стал их постоянным клиентом. Вот. А на год что-то, по-моему, $250. То есть самая большая цена за один день. То есть они хотят, чтобы ты ходил не раз, не случайно, а чтобы прям перманентно к ним ходил. Так что вот так, 45, 75 и 250, по-моему. С кем бы, наверное, больше всего ты хотел бы здесь познакомиться из великих спортсменов? С Арнольдом. Сразу тебя перебью, конечно. Отлично. И снять, соответственно, сюжет с ним. Ого, ну сюжет с Арнольдом – это вообще на грани фантастики что-то. Он невероятно занятой человек и супер востребованный, конечно, хотя бы с ним сфотографироваться, для меня это было бы уже верх мечтаний. У меня, кстати, есть идея задаться целью и вот прям каждый день ходить в Venice Beach и просто для того, чтобы поймать там Арнольда. То есть вот буду приезжать там каждое утро в 6 утра, допустим, и там, может, даже раньше, не, наверное, в 6 нормально. Буду в 6 приезжать, может, какое-то легкое кардио делать и ловить Арнольда, просто чтобы сделать фотку. Леш, скажи, вот
твои видео, да, твоя история жизни мотивирует очень много людей, очень много подростков, вообще парней. Спасибо. И девушек в том числе, да, смотрят на тебя и вдохновляются. Ты недавно такое снял шуточное, можно сказать, видео про взять яйца в кулак и как бы добиваться всего и так далее. Вот. Mm-hmm. Скажи, где ты находишь мотивацию, да, чем ты себя мотивируешь? Ну, мотивация у меня уже внутренняя, наверное. Конечно, сыграла роль то, что начинал я свой проект с мотивацией, со спортивных мотиваций, с жизненных мотиваций. Я очень много проработал материала. Много читаю всяких книг о личностном развитии, о финансовом развитии. Ну, вообще, изначально это зерно, конечно, оно как бы сидит внутри меня. И я стал таким человеком, что я как бы не могу сидеть на месте. Я прям патологически нуждаюсь в какой-то активности постоянно. Если я сижу в состоянии покоя, там, я не знаю, 5, 10, 20, 30 минут, меня начинает, блин, сверлить просто мысль, что, блин, я это время мог бы использовать для того, чтобы где-то там продвинуться на шаг вперед, где-то там что-то сделать, где-то я там мог бы домонтировать какое-то видео или додумать какую-то тему для новой мотивашки или там продумать, договориться с кем-то там о съемках там или еще что-то. То есть, ну, это я уже такой человек, то есть я уже так устроен. Некоторые говорят, что это синдром какой-то трудоголика, что это что-то нездраво, но я так не считаю, потому что я от этого кайфую. Это делает меня счастливым. И все же, да. Может, есть какой-то человек, когда человек, ты так посмотрел и сказал такой, типа, блин, этот чувак крут. Ну, есть люди, да. Я могу сказать, что Дуэйн Джонс крут, допустим. То есть, и то, что я слушаю, когда он говорит там о каких-то вещах важно. Жизненных, то у меня много коррелируется с ним, много отбивается, как бы по типу мышления. То есть он тоже такой, как бы, пахарь, и он ему нравится развиваться всесторонне. У него стержнем стоит физическое развитие, кач, и в то же время на основании вот этой вот спортивной дисциплины он выстроил себя в человека просто, ну, абсолютно грандиозного, узнаваемого во всем мире, суперуспешного, и актера, вообще сколько только у него направлений нет, ну, наверное, вот всплывает он, такой человек, как он. Мы находимся сейчас в Лос-Анджелесе, здесь легализирована травка, конопля, каннабис, вот, и пыхнешь ли ты, и яйцомар не курил, значит, можно? Ты знаешь, я не любитель этой темы, честно тебе скажу. Я и даже не вру, как бы, абсолютно. То есть мне как-то не зашло изначально. Мои первые юношеские эксперименты в этом направлении, они как-то все не удавались. В общем-то, совсем состояние не кайфовое было, скажем так. Диаметрально противоположное кайфовому. Ну, нет, наверное, нет. Наверное, нет все-таки. Нет. Леш, ты сейчас хочешь себя попробовать в профи, правильно я так понимаю? Мне нужно получить про-карту. Чтобы попробовать себя в профи, нужно получить про-карту. Для этого нужно на одном из любительских турниров одержать абсолютную победу. То есть победить полностью в своей ростовке и потом среди всех ростовок стать абсолютным чемпионом по Men's Physique одного из турниров. То есть это, в принципе, задача непростая, тем более в той федерации, в которой я выступаю, это NPC IFBB, это главная федерация, вершина которой является Олимпия. Все остальное, как бы это, ну, сейчас отделилась европейская IFBB, куча новых федераций появляется, но это немножечко все-таки не то, это не то, что меня интересует. Я выступаю в IFBB, и там это, наверное, немножко сложнее. Но ничего страшного, как бы для меня это не первостепенная цель, скажем так, вот получить прямо этот статус про. Это как путь для меня, которому я, безусловно, уделяю внимание, которым это цель, к которой я иду. Но так, чтобы прям основная цель, вот именно спортсмен-спортсмен, я не могу себя как бы так выделить. Мне все-таки хочется смотреть немножко шире и развиваться немножко тоже шире. Другие шире. Да. Сколько стоит аренда квартиры? Аренда квартиры в том районе, в котором снял я, то есть рядом с Venice Beach, стоит где-то в районе 2 штук долларов. Алексей, вы уже определились с машиной? Определился. Хорошо. С помощью своих подписчиков определился. Супер. Какая машина и сколько она стоит? Это Camaro 2018 год.
аренда стоит $2200 в месяц. Для людей, которые вот просто мечтают и бредят попасть в Калифорнию, в Лос-Анджелес, вот, в Gold Gym, сколько приблизительно вот месячный бюджет для человека вот так приехать? Понятно, у всех он бывает, может быть, разный. Ну, да. Вот так вот навскидку приблизительно вот твое вот... Ну, такое... скажем так, я пошел не по эконом-пакету, okay. прямо скажем. Вариантов, конечно, много, и в плане жилья многие можно найти варианты подальше от Venice Beach, можно найти варианты румейтства, так называемое. Здесь это очень тема развита, когда ты просто снимаешь какую-то комнату в квартире, спальню. Можно найти вариант хостела вообще какого-то. То есть вариантов более дешевых довольно много. И машина, конечно, как бы тоже есть подешевле. То есть я думаю, что можно найти машину и за и $500, и $600 наверняка. Жилье тоже, я думаю, можно втиснуться, если сильно постараться, где-то и в штуку, я думаю. Вот как-то так. Можно. Да. Можно. Окей. С питанием. С питанием. Как с питанием? Вот ты уже по магазинам ходил. Да. Больше продуктов, меньше? Какие-то появились сложности в этом смысле или наоборот? Сложности как-то... в первые пару дней были, да, потому что найти именно то, что мне нужно. Ну, как бы до сих пор я еще не все нашел, что я хочу здесь кушать, скажем так. Ну, основу уже нашел, цены, в принципе, вполне адекватные, соизмеримые с украинскими, с российскими ценами, при совершенно другом уровне жизни, совершенно других достатках. Людей. Цены на продукты, как ни странно, практически те же самые. Некоторые продукты даже дешевле, там, допустим, та же спаржа. В наши страны она же вся импортируется, она дорогущая, а здесь она стоит там $2, $3.5 за килограмм, что ли. То есть это в 3 раза, по-моему, дешевле, чем в наших странах. Сколько у тебя приемов пищи в день? 5 минимум. 5 минимум? Да. Употребляешь ли ты анаболические всякие препараты? Вопрос на самом деле не каверзный, потому что я этот вопрос с самого начала, когда я перешел на эту темную сторону, я сделал прям анонсмент такой в соцсетях, в своем инстаграме, что вот, ребят, сообщаю вам о факте перехода, но сразу продекларировал, что в детали я никогда... посвящать людей не буду, дабы это не было своего рода пропагандой. И, то есть мне как бы 35 лет, и определенные как бы моменты в жизни привели меня к тому, что я сделал, принял решение, что для меня это допустимо. У меня очень широкий круг общения среди специалистов по гормональным направлениям, по спортсменам выступающим. То есть я это могу делать максимально безопасно и подконтрольно. Плюс возраст как бы уже такой, что в принципе и с детьми как бы вопросы решены, если там кто-то об этом беспокоится. Да, применяю, отвечаю на твой вопрос. Что, как, и когда и в каких количествах, не обсуждаю. Кем ты видишь себя через 10 лет? Я тебе не могу сказать, почему. 5 лет. Потому что, ну, я думаю, что я буду все еще в этой индустрии, как бы. Просто она, возможно, выльется в нечто, нечто трансформируется во что-то другое. Все настолько динамично меняется, фитнес-тусовки в этой медиапространстве, что нельзя зарекаться и нельзя прям на 100% быть уверенным, что то, чем ты занимаешься, оно будет существовать вечно. Что-то может произойти с соцсетями, которыми ты занимаешься. То есть ты вкладываешь свои силы, деньги в развитие там, своих YouTube-каналов, Инстаграмов, групп ВКонтакте. А потом бац, и эта платформа перестает существовать, теряет популярность, обваливается, обрушивается. То есть, скорее всего, это все еще будет фитнес. Но что конкретно, я не знаю. Не знаю. Ну, то, планов и возможностей на самом деле просто море. Как можно развиваться. И еще такой момент. Я недавно пришел к решению, что иногда какие-то грандиозные свои... большие, значимые цели лучше придержать внутри себя. Потому что когда ты начинаешь проговаривать ее с кем-то, теряется энергетика этой цели, этой мечты. Ты немножко поделился с кем-то, и у тебя уже нет внутреннего запала такого, знаешь, вот, теряется мощность энергетики. И поэтому вот прямо таких самых важных, самых таких серьезных решениях, планах я теперь
не говорил. Твои слова людям, чьи мечты ты воплощаешь в жизнь, в реальность, своим фанатам и зрителям? Ну, самое главное – это вера в себя. То есть я сам сталкивался в подростковом возрасте с тем, что когда я озвучивал там своим друзьям по универу, по школе какие-то свои шальные, дикие абсолютно амбиции, цели, то с меня тогда смеялись. Ну, то есть, а цели были далеко не такие, которые вот сейчас я реализую. То есть там совсем были смешные цели. И тем не менее, даже это не поддерживалось и высмеивалось. Но тем не менее, как бы внутреннее желание развиваться, достигать успеха, оно всегда сидело во мне. И вера в себя всегда была очень крепкой. И поэтому это приводит меня к тому, что приводит. И поэтому, наверное, какие-то мои скромные достижения в людях коррелируются, они как бы, глядя на меня, может, тоже начинают так крепчать в своих каких-то убеждениях. Верьте в себя, никого не слушайте и, самое главное, действуйте.